Всем привет, на связи Игорь Саморуков, и я хочу поделиться сегодня отзывом на тренинг Павла Колесова «Прекрасная фигура». Мне понравился подход, интересно, почему раньше так не было, хотя, может быть, я не сильно заморачивался, но, в общем, сам подход соединить и какие-то, в общем, даже не так, что хочется отметить, так вот, скрупулезность такую, проработки тренинга, не то чтобы ее нет в остальных, но тут меня приятно удивило, там и врач-диетолог, и советы, так сказать, бытовые, и психологические, и все это завязано на наши любимые цели и планы. Ну, тот самый часто сложный вопрос, для чего. То есть меня впечатлила структура тренинга, сам я, правда, не стал. Может быть, я не стал прорабатывать. Я себе и так нравлюсь, и, возможно, это результат других прохождения других тренингов, но могу прям порекомендовать. То есть такой всесторонний подход, я думаю, он прям гарантирует успех. И, возможно, я экстраполирую это куда-нибудь еще. Такая мысль у меня тоже есть. Так что вписывайтесь, проходите. Ну, к сожалению, как я сказал, я не могу поделиться своими результатами. Результатом у меня, что я себе реально... Ну, в этом плане меня все устраивает, в плане телосложения. Можете даже оценить, какой я стройный и красивый. Ну, в общем, как бы, кто хочет оценить, пишите в личку. Я поделюсь. Спасибо. До новых встреч.